Всем привет! Хочу снять для вас обзор нашего изделия. Вот такой вот барбекю комплекс. Вот сделан он из газовых баллонов. Две трубы, два дымохода. Сейчас я расскажу для чего. Ну вот, сам основной баллон барбекю. Мангал барбекю. Вот так вот выглядит. Открывается. Решеточка здесь. Она, кстати, съемная. Можно заменить на какую-нибудь другую. Здесь вот такие вот заглушки. Открывается, закрывается. С этой стороны дымоход. Сейчас расскажу, для чего вот эти вот заглушки. Их тут две. Одна здесь, вторая с этой стороны. Вот две штучки. Ну вот такой мангальчик, узорчики металлические, ручка деревянная, снизу полочка тоже деревянная. Делаем такие вещи мы на заказ, поэтому комплектация может быть разная. Ну вот здесь, допустим, человек заказал отдельный дымоход. Это сделано для того, чтобы этот мангал еще можно было использовать для копчения. Здесь эта крышка еще тоже поднимается. Допустим, сюда можно поставить котелок, допустим, сварить уху какую-нибудь или плов. Вот закрыта эта задвижка, открыта эта задвижка, то есть дымоход работает именно вот на этот вот очаг. Внизу колосник, крышка, дверца, точнее, вот такое поддувальце небольшое. Все регулируется, все открывается, закрывается. Вот ажурная такая декоративная полоса металлическая. Ну вот, допустим, чтобы переключить все это дело в режим копчения, закрывается вот эта заглушка, открывается эта заглушка. Здесь разводим костер, такой небольшой тлеющий, из того дерева, которым хотим коптить. Крышка закрывается, и дым, получается, проходит через этот мангал. Здесь у нас лежит продукт, который мы хотим закоптить. То есть здесь закрыто, дым поступает через эту перемычку и выходит сквозь эту трубу. Вот здесь лежит продукт, который мы хотим закоптить. Вот. Вот дымоходы закрыты от дождя вот такими вот крышками. Ну, в принципе, вот такой вот мангальчик. Кому интересно, заходите на наш канал ВКонтакте. Называется «Мастерская Барракуда». Там в разделе «Товары» все наши поделки с фотографиями и ценами. Можете посмотреть, прицениться, выбрать, что вам будет по душе. Всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч!